Всем привет, друзья! Сегодня с вами очередная подборка из 15 крутых вещей из Китая. Ссылки на все есть в описании и не забудьте поучаствовать в конкурсе на любой товар до 15 долларов. Поехали! Многие любители домашних полетов на квадрокоптерах знакомы с тем, что в условиях помещения они вечно попадают в неприятности. X9 лишен этого недостатка, так как это квадрокоптер-машина, которая летает по воздуху и ездит по земле. Гибридность же делает его самым универсальным по проходимости радиоуправляемым гаджетом. Компактный и легкий, его можно использовать практически в любом помещении. Такие трюки, как взлет со стола, посадка на подоконник и заезды по узким коридорам при достаточном опыте не представляют никакой сложности. Уже не одно столетие множество людей пользуются навесными замками и параллельно страдает от проблем с постоянно теряющимися, гнущимися и ломающимися ключами. Данный навесной замок изготовлен по принципу «нет ключей, нет проблем», а в качестве ключа используется смартфон доверенного человека. С приложением для смартфона, которое подходит для iOS и Android, замок автоматически находит телефон и подключается к нему через Bluetooth. А с помощью гибких настроек можно давать доступ любым доверенным лицам, не беспокоясь за то, что они потеряют свои ключи. CD-DVD-диски в ноутбуках в наше время уже совсем не актуальны, тем более когда вышедшие из строя приводы не имеет смысла менять на новые. Для тех, у кого часто заканчивается свободное место в ноутбуке, куда более полезно будет задействовать отсек для дисков для увеличения общей памяти. Этот специальный кейс позволяет установить жесткий диск вместо DVD-рума в ноутбуке и тем самым расширить его дисковое пространство. Преимущество данной вещи весьма очевидно, ведь он находится внутри ноутбука, поэтому он не мешается, нет лишних проводов, а забыть его дома можно только вместе с ноутбуком. Следующая вещица может обеспечить новый опыт обращения с чайными пакетиками всех любителей попить чаек. Данная кружка имеет полость для отжимания пакетика. Нужно лишь натянуть нить, и пакет полностью отожмется и скроется в этой полости. Чашка, которая помогает выжимать чайные пакетики, может стать еще одной мелочью, которая делает жизнь приятнее. Избавьтесь от необходимости покупать бумагу, ручки и маркеры для рисунков и записей. Электронный LCD-планшет – аналог обычной бумаги и ручки, который предназначен для комфортного и простого рисования от руки. Он позволяет свободно писать и рисовать, а также удалять свои художества одним простым нажатием кнопки. Благодаря прочному корпусу и устойчивому к царапинам экрану, его можно доверить ребенку, не беспокоясь за его сохранность. Этот инструмент позволяет нанести идеальные кусочки масла на бутерброд, да и на любое блюдо, которое готовится. Чтобы отрезать следующую пластинку масла, нужно всего лишь нажать на кнопку. Сделано, правда, не для стандартного брикета, но задумка довольно прикольная. Очередной must-have для наступающей зимы, когда гололед на улице может стать причиной внезапных ушибов и травм. Уверенно шагать по льду в любой обуви позволят данные универсальные насадки. Нескользящие насадки не требуют приклеивать их к подошве или делать специальных вырезов. Достаточно просто нацепить их на обувь за носок и пятку. Они обеспечивают хорошее сцепление со снежной дорогой, а также повышают проходимость в скользких местах, где лед может легко нарушить равновесие и устойчивость. Ни для кого не секрет, что самым универсальным украшением любого праздника являются обычные воздушные шарики. Эти обычные на вид шарики имеют довольно внушительный размер, который превышает обычный в несколько раз. XXL-шары – это эффектный способ устроить сюрприз или прикольно украсить любое помещение. К тому же с такими огромными шарами можно устроить необычную фотосессию. Современные интерпретации карт мира очень популярны в оформлении стен квартир, офисов и гостиных. Карта мира в названиях – необычный декор, который не только украсит пустую стену, но и передаст атмосферу путешествий и отдыха. Интерьерная наклейка изготовлена из тонкой полимерной самоклеящейся пленки, поэтому ее можно приклеить практически к любой гладкой поверхности. Еще из детства всем наверняка знаком замечательный постулат – каждое утро должно начинаться с зарядки. К сожалению, лишь единицы из нас ответственно подходят к необходимости утренней гимнастики. Но с этим замечательным будильником утренняя зарядка будет точно обеспечена. Ведь его секрет в том, что он не перестает надоедать своим чудесным сигналом, пока вы не выполните упражнение на бицепс целых 30 раз, после чего заново засыпать уже вряд ли захочется.
Собираясь в длительный поход, независимо от того, куда вы решили отправиться, вам пригодится питьевая вода. Однако даже в кристально чистой и прозрачной воде горных речек могут содержаться опасные микроорганизмы и частицы, которые могут запросто испортить путешествие. С помощью этого портативного фильтра можно пить воду прямо из открытого водоема, будь то лужа на дороге, озеро или речка. Он эффективен против большинства патогенных бактерий и вирусов, а также удаляет из воды вредные микроэлементы. Рассчитан на 1000 литров, и с такой штукой можно не беспокоиться, что вода в дороге внезапно закончится. Если ваша кота постоянно трется о ноги или об углы в доме, прикрепите данную чесалку на угол, и результат не заставит себя долго ждать. Данная штука делает приятный массаж и одновременно избавляет объекта от лишней шерсти. Она выполнена из безопасных материалов, поэтому не может навредить вашему домашнему любимцу. А чтобы быстро приучить его к новой игрушке, достаточно приправить ее небольшой щепоткой мяты. Многие из вас наверняка помнят светодиодную подсветку для унитаза. Так вот, есть неплохая альтернатива или даже логичное дополнение к ней. Для того, чтобы ночью не искать выключатель настольной лампы и не будить окружающих ярким светом, есть замечательный набор для автоматической подсветки подкроватного пространства. Подсветка скрытно размещается под кроватью и работает только в полной темноте. Она придаст комнате особый дизайн, а также практичность, комфорт и безопасность, так как свет включается в темноте сразу после того, как вы встали из постели. Идеальное решение для тех, кто долго и с трудом засыпает даже при слабом свете – маска для сна. С помощью этой повязки для сна можно спать в любой удобной позе, заглушая при этом ненужные звуки и шумы вокруг. В эту маску встроены беспроводные наушники, на которых можно слушать любимые треки перед сном и не переживать за то, что вы можете порвать провода, а то и вовсе повредить ушные раковины, уснув с обычными наушниками. Самый подходящий инструмент для любителей иметь под рукой на кухне – острое лезвие ножа, при этом на все это не тратя много лишнего времени. Алмазный брусок – отличный инструмент для заточки ножей и различного режущего инструмента. В комплекте идет держатель угла заточки, а сам брусок имеет двухстороннее алмазное покрытие со специальными овальными отверстиями, которые служат для сбора отработанного металла и обеспечивают более эффективную заточку. Участвуйте в конкурсе на любой товар с AliExpress до $15. Условия конкурса просты, и они есть в описании под этим видео. Как только оно соберет 2000 лайков до даты, указанной в описании, я определю случайного победителя, выполнившего все условия конкурса. На этом у меня все, всем удачи и пока-пока!